он упал, оттуда вскочил, хотел убежать, но убегать. Там диван у меня стоял, кровать моя. Там упал на диван. Он упал на диван. Дальше что вы делали? Все. Подозреваемый, расскажите, пожалуйста, о событиях, которые произошли с вашим участием 18 мая 2022 года. Ну, 18 мая 2002 года я взял ружье и застрелил 3 человек. Угу. Скажите, пожалуйста, а вы вину в совершении преступления, предусмотренным пунктом А, части 2 статьи 105 признаете? Да. А в содеянном раскаиваетесь? Да.